Сегодня в Кремле мне была вручена очень высокая награда. Это орден адмирала Ушакова, который вручается за благотворительность, за патриотическую работу и за социальную направленность бизнеса. Это первая награда, которую я получил в Кремле. Раньше я в Кремле не получал наград. И вот это признание со стороны общественных организаций, со стороны государства, со стороны власти для меня очень многого значит. Была организована роскошная экскурсия по Кремлевскому дворцу. Были показаны помещения, были показаны залы, было показано музейные экспонаты. Вместе со мной такой же наградой были удостоены 5 героев Российской Федерации. Порядка 20 бойцов спецназа. Особенно приятно было получить эту награду как морскому офицеру, потому что орден адмирала Ушакова с Андреевским флагом – это настоящая морская награда, и она говорит о благородстве. Это действительно очень высокая награда. Мы сейчас живем в особенное время, потому что именно сейчас то время, когда структуры власти и общественные организации объединяются и идут на одной волне. Признается патриотизм. Объединяющей идеей является патриотизм и любовь к родине. Поддержка людей, которые полезны для страны. Поддержка тех людей, которые болеют за свою страну, болеют за своих людей, болеют за свою экономику и делают все, чтобы поднять, чтобы защитить и поднять имидж России.